Когда уже этот лифт грёбаный починят? Здравствуйте, Раиса! Опять ты, очкарик. А это тебе, Раиса. Ой, ты на каком кладбище украл это? Почему сразу на кладбище? Я на памятнике взял, то есть в магазине купил. Вот, красивый такой. Аркадий, что вам от меня нужно? Достопочтенная и многоуважаемая Раиса, не хватит никаких слов, чтобы описать мое. Аркадий, я в подъезде до утра стоять не планировала. Переходите к сути вашего вопроса. Прошу прощения за мою витиеватую речь. Ясно. До свидания. Раиса, будь моей! Не поняла. Ну, типа, давай мутить. Аркадий, что за похабные словечки? Мутить? Вы серьезно? Мои намерения крайне серьезные. Аркадий, я девушка привлекательная. Я с таким, как вы, быть не могу. Потрудитесь объяснить. Мне нужен парень видный. Так я видный? Видный не издалека. Мне нужен популярный молодой человек. В определенных кругах я весьма популярен. Городской шахматный клуб? Угу. Аркадий, не хочу разбивать вам сердце, но приходите, когда станете по-настоящему популярным. А сейчас разрешите откланяться. Матушка заждалась. Но приходите, когда станете по-настоящему популярным. Ребят, а напишите в комментариях, что вы делаете, когда вам грустно. Лично я играю в игры. Ой, что уже случилось, а? Опять в шашки проиграл свои эти, а? Я в шахматы играю. Да хоть в крестики-нолики. Что случилось, а? Ой. Из-за бабы. Ну, я так и думал. Привет, Марина. Позволь немного отвлеку тебя. Ну, попробуй. Марина, ты же в школе была популярной? А то меня два раза признавали королевой школы. Помоги мне стать популярным. Нет. Почему? Ой, Аркадий, только пойми меня правильно. Популярным нельзя стать в один момент. Люди годы на это тратят. Ты думаешь, я не была таким чмом, как ты? А я что, чмо? Не перебивай. Еще как была. Я работала над собой, над репутацией, над внешкой. Понятно. А может, все-таки есть какой-то способ хоть немножко поднять популярность? Вот кто сейчас популярен среди молодежи? Марина, ты слышала, что я сказал? Да слышала, слышала. Тиктокеры популярны. Тиктокером я уже пробовал стать. Вот тут, кстати, видео про это. Думаю, мама второй раз мне этого не простит. Ну, рэперы еще. Моргенштерн, инстасамка. Какого животного самка? Извини, я не расслышал. Человеческого животного. Еще спортсмены. О, я же спортсмен! Точно! Шахматы не считаются. Ясно. Рэперы, говоришь? Ну что ж, стихи я писать умею. У меня даже на литературном конкурсе второе место было. А чё не первое? Первое тоже моё. Я был единственным участником. А что ты там так увлечённо делаешь в телефоне? В трафик пазл играю. И очень хочу, чтобы мне никто не мешал при этом. Прикольная игра. Угу. Меня затянуло, уже неделю рублюсь. Покажи. Вот. И что тут надо делать? Надо дорогу очистить, вот так. Собираешь машинки одинакового цвета, и все, готово. И все так просто? Умный самый, это поначалу просто. После 42 уровня самый сок начинается, сложность возрастает. Так это получается, в этой игре надо задействовать свой ум? И это тоже. А где ты ее взяла? Она платная? Бесплатная она, скачать кто угодно может, есть и для Android, и для iOS. Ссылку для скачивания ищите в описании к этому видео. Надо будет поиграть на досуге. Спасибо за ценные советы, Марина. Я пойду писать рэп. Отец, мне нужен будет твой совет как мужчины. Я ждал этого дня, сынок. Там все просто, главное вовремя высунуть.
А не совсем этот совет. А, поздно уже, да? Ну, короче, если она сказала, что залетела, то не ведись сразу. Да нет, ты в школе был популярным? Я был не просто популярным. Меня все уважали. Ты мое домашнее задание сделал? Да-да, вот все готово. С ошибками, как вы и просили, чтобы не выше четверки было. Молодец. Живи пока. Завтра на этом же месте, понял? Но у меня завтра день рождения. Ага, ну раз день рождения, тогда с тебя еще косарь, понял? По-любому ж подарят. Все, давай, исчезни. Ага. Тогда помоги мне тоже стать популярным. Ты уже популярный. Хм, правда? Конечно, просто люди еще не поняли. А теперь иди. Куда? Нахрен из комнаты, я футбол смотрю, как бы, ё-моё. Матушка, мне нужен твой совет. А я уж думала, не попросишь. Значит, смотри, взрослые мальчики, ну, такие как ты, делают это очень часто. В этом нет ничего такого. Твой отец до сих пор такое делает. Ты о чем? А ты? Я хотел узнать у тебя, как стать популярным. А, ну да, я тоже. Про это. Все просто, сынок. Надо быть самым умным и эрудированным, иметь широкий кругозор и чувство юмора. Ты же говорила, что у меня все это есть. Конечно, есть. Просто в школе этого никто не замечает. Вот поступишь ты в университет, там ты и раскроешь по-настоящему свои таланты и станешь самым популярным. Да-да, так очень часто бывает, что люди, которых не замечают в школе, потом взрослеют и становятся очень-очень классными. Не сомневайтесь. А заодно и нажимайте лайк под это видео. Порадуйте моего сыночку. Мама, но мне надо стать популярным уже сегодня. А Марина посоветовала стать рэпером. Как думаешь, стоит попробовать? Попробуй. Главное, тиктоки не снимай больше. Все песни Моргенштерна и Сосанки я уже прослушал. Теперь создам из этого величайший рэп, а? Вали, он опять... Да не, я следил, он тиктоки не снимал. Он рэп пишет. Так, твоя пусси. Пусси-буси, пусси. Джуси. Ну он же опозорится опять. Я знаю, у самурая нет цели, только рэп. Йоу, камон, бэби, йоу. Сынок, а ты чего тут ошиваешься, а? Здравствуйте, я жду Раису. Из 69-й квартиры, да? Ой, хорошая девочка, да. А ты случайно не... Не наркоман я. Да вижу, что не наркоман. Не тиктокер, я хотела спросить. Нет, не тиктокер. Ой, храните тебя. А вот и Раисочка идет. Опять вы, Аркадий. Я слышал, ты сказала, твоя пусси джуси, но послушай, детка, ты не в моем вкусе. Я вообще кого хочу, того и трахаю. И тогда они это, в общем, они ахают. Бэйби, ты горишь, вызывай скорее пожарных. Йоу-йоу, сегодня будет жарко. Хочешь, я куплю тебе новый сквиш и попыт? У меня большой этот сексуальный опыт. Отведу тебя в кино, потом роллы с рисом. Нет, не уходи! Да, блядь, подожди! Будь моей, Раиса! Боже, какие кончены! Раисочка, ты куда? Дементор, Горгулья, Жучка, Фас! Отстань от меня, маньяк! Я не за тобой! За мной гонятся собаки! Раиса, ты все равно будешь моей!